Чего ты опять ноешь, рыжая сопля? Все мои планы по съемке клипа разрушились. В танцевальной группе, которая вместе со мной должна была танцевать, все позаболели этим вирусом. Ну не переживай, они вылечатся. Ага, но танца в клипе у меня не будет. И ночной клуб, где должны были быть съемки, тоже закрыли. Все цыпочки, которые должны были прийти меня гладить на съемках клипа, теперь гладить меня не будут. Бубланав, и что ты хочешь сказать, что твоего клипа на лям подписчиков не будет? Нет. Подожди. Ну, аудиотрек мы же с тобой записали. Ну, записали. Ну и что? Съемки моего клипа тоже сорвались из-за пандемии. Но я же его выпустил. Хосята же ждут твою песню, Бублик. Ведь все это мы делаем для них. Даже если в клипе не будет навороченных съемок, он им все равно должен понравиться. Правда, хосята? У вас есть 3 секунды, чтобы поставить Бублику лайк и поднять ему настроение. 1, 2, 3. Вот молодцы. Так что, папатя, давай смонтируем видос из того, что у нас есть? Ну, конечно, бублятина. Именно так поступают настоящие волки. Никогда не сдаются. Хотя-то сильно не ругайтесь, если вам клип покажется корявеньким. Ладно, поехали, мистер Бубл Волк. Щенок пушистый с головы до ног. Играл он спокойно под боком у мамы, не зная, что будет герой мелодрамы. Однажды за парнем пришел человек, его наш рыжун не забудет вовек. Забрал он щенка из дома родного в хоромы. Я отчасти ору в микрофон. Вас на канале уже миллион. Стараться для вас священный мой долг. Ведь я же мистер Бубл Волк. Все человеки сисюкали глупо, мутузили, гладили, вели себя тупо. Прозвали бубляшей и рыжую няшей, надели ошейник и поводок и положили спать в уголок, бедный щенок. И я